Сегодня я вам расскажу о проекте «Модель Excel». Как повлиял проект «Модель Excel» на жизнь участницы в дальнейшем? А вы общаетесь? Вот вы общаетесь? Участники. Рима меня удалила с общего сайта. За то, что я написала, что, девчонки, вы не будьте злюками, я вас все равно всех люблю. Дословно, я повторяю фразу. Не знаю, честно, может быть, Римка чувствует какую-то конкуренцию, может быть, это... Короче. Мене ніхто не любить, ніхто не поважає, піду колясоточок на місці червячків, да? Я тобі об'ясню, чому дівчатки так на мене були настроєні. А в першому ефірі, зараз подожди, я тобі покажу. Я тобі зараз покажу, навіть, случайно я сьогодні достала цю папку. Я тобі зараз покажу те, що не було в ефірі. Вот цієї фотографії не було в ефірі. Така класна. Первый день вот эту фотографию признали лучшей. И это то, что вырезали, не показали. То есть первый день меня признали лучшей. Второй эфир меня признали лучшей. Третий эфир меня тоже признали лучшей. А девочка, то есть, ну, этого не было показано. Во-первых, в эфире телезрителям, а во-вторых, теперь таким девочкам как. То есть, типа, мы тут стараемся, а тут какая-то выпендрёжка вот тут постоянно называют лучшую. Таким образом, скажем так, это была тактика сценариста для того, чтобы настроить против меня девчонок. Сейчас Вика занимается конкурсами красоты модели Excel. Также она победила на международном конкурсе модели Excel в номинации «Лучшая фигура». В одном интервью ты сказала, что ты эксперт, все будет добре. Да, ты знаешь, я не только эксперт, я и зеркало-гостя, я и кулинарный эксперт. Чего только уже во все будет добре не творила. Кстати, эфиры можно уже найти, то есть они можно в свободном доступе найти в интернете. И спасибо за то, что «Все будет добре» меня так заценило. Но я тебе хочу сказать по секрету о том, что изначально я должна была быть одной из трех ведущих новых, которые были там. Но в последний момент опять вспоминаю фразу с предыдущего интервью. Ну ты поняла. Первое слово «пи-пи-пи» — нет справедливости, да? Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек, будут еще выпуски.